надійний партнер прогнозу погоди – магазин сантехніки «Сантан». «Сантан» – сантехніка, якій довіряють. Партнер прогнозу погоди – «Дігестронг Плюс». «Дігестронг Плюс» – необхідний набір ферментів для травлення. Однажды Роберт Хайнлайн, американский писатель, сказал: «Климат – это то, что вы ожидаете, а погода – это то, что вы получаете». Что же мы получим от природы в понедельник, 16 октября, узнаем в течение следующих нескольких минут. В эфире прогноз погоды, и я его ведущая Олеся Вайнер. Здравствуйте! Итак, начало рабочей недели обещает быть и теплее, и светлее, особенно в западных областях. С центра по направлению к востоку Украины облака будут сгущаться, но без солнечных прояснений не обойдется. Да и осадков в понедельник будет намного меньше, чем в предыдущие сутки. Средняя дневная температура воздуха по стране плюс 15 градусов. Далее рассмотрим синоптическую картину в регионах более детально. В центральной Украине суточные температурные показатели составят от 8 до 17 градусов тепла. В регионе прогнозируется облачное утро и местами пасмурный день. В остальное время здесь будет преобладать переменная облачность. Дождь предвидится лишь ночью в Кропивницком. На юге страны термометры в течение суток покажут от 13 до 18 градусов со знаком «плюс». В Херсоне и Одессе предвещается легкая облачность с частыми просветами. А вот в Симферополе кратковременные прояснения будут чередоваться с дождем с ночи и до наступления вечера. Партнер прогноза погоды – «Дигистронг». Одна таблетка растительного фермента «Дигистронг» и пищеварение в норме. Будьте здоровы! В Западной Украине температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 7 и 21 градуса выше 0. Ночью в регионе обещает быть пасмурной, туманной и местами дождливой. Утренней дымкой будут окутаны Львов и Ивано-Франковск, но к полудню небо над этими городами полностью прояснится. При этом ровно густые облака не покинут до конца дня. В северной части страны минимальная ночная температура воздуха плюс 7 градусов, а максимальная дневная достигнет 15 градусов тепла. Небольшие прояснения появятся в Чернигове и в Сумах ночью, а также во второй половине дня в Житомире. Но несмотря на это, жителям этих городов понадобятся зонты. Намного меньше осадков прогнозируется на востоке Украины. Дождевые тучи заглянут лишь в Луганскую и Донецкую области. Термометры по региону в течение суток покажут от 7 до 17 градусов выше 0. 16 октября отмечается День анестезиолога. Эта дата выбрана не случайно. Именно 16 октября в 1846 году зубным врачом Томасом Мортоном впервые была произведена операция под эфирным наркозом. Желаем всем анестезиологам превосходной белой репутации, а также благодарных пациентов. И теперь подробнее о погоде в восточных областях. В Луганской области ночью термометры покажут от 7 до 10 градусов тепла, а днем прогнозируется максимум плюс 13. В Северодонецке в течение дня будет наблюдаться лишь переменная облачность, а вот в Луганске и Алчевске, помимо кратковременных просветов, привидятся также и дожди в ночные и вечерние часы. В Донецкой области ночные температурные показатели составят 7-10 градусов выше 0, а в полуденные часы они будут колебаться в пределах 13 и 15 градусов. Славянск дождевые тучи обойдут стороной, но в Донецке они появятся ночью и после заката. Также дождливую ночь синоптики пророчат и Мариуполю. В Днепропетровской области после полуночи ожидается от 8 до 10 градусов тепла, а в дневное время от 14 до 17 также со знаком «плюс». Ясное небо предвидится в Павлограде ночью и в вечерние часы. На остальной территории области будет преобладать небольшая облачность с частыми просветами, без осадков. Партнер прогноза погоды – магазин «Сантан». Широкий ассортимент сантехники из 10 тысяч наименований. «Сантан» – все, что твоей душе угодно. И напоследок о прогнозах синоптиков для столицы Украины. При суточной температуре воздуха 10-15 градусов тепла ночью в Киеве будут заметны прояснения. Но вот с рассветом столичный небосвод плотно покроет густые облака и не покинут город до конца дня. Однако осадков не прогнозируется. Это вся информация о синоптической ситуации на понедельник, 16 октября. Как можно больше положительных эмоций вам и до встречи в нашей студии.
Розлади травлення трапляються з кожним. Неякісне харчування, стреси, супутні захворювання. Проблеми виникають через нестачу ферментів в організмі. Digestrong Plus – це перший в Україні рослинний ферментний засіб без побочної дії та з повним складом необхідних для травлення ферментів. Сьогодні Digestrong Plus нарешті в аптеках України. Про наявність фермента Digestrong Plus у найближчій аптеці дізнавайтеся за телефонами гарячої лінії. Затіяли ремонт? Постало питання у виборі сантехніки? Тоді вам у Сантан. Запорізьке шосе 53Б. Тут є все для втілення ванної кімнати вашої мрії. Змішувачі, ППР, труби, фітинги, радіатори опалення, омивальники та компакти. Аксесуари, меблі для ванної кімнати. Понад 10 тисяч найменувань товарів на будь-який смак. Висока якість, найкращий сервіс, доступна ціна та бездоганна репутація. Сантан – це сантехніка, якій довіряють.